Родители учеников Новогородковской школы бьют тревогу в социальных сетях. По их словам, и в этом году, 1 сентября, дети пойдут не в родное образовательное учреждение. Причина беспокойства – окна, которые привезли на объект позже установленного срока. Вопрос только в окнах был, да? Окна сами пришли чуть позже. Из-за того, что окна не были допоставлены, некоторые внутренние работы не было смысла, и поэтому количество и работников было меньше. И это тоже вызвало опасения в общественности, и у нас, как у заказчика. Подрядчик утверждает, все работы идут по графику, а некоторые даже с опережением. На объекте трудится больше 140 человек. Стадия готовности порядка 90%. Действительно, был сбой поставки на 2-3 дня, но уже все темпы опять восстановлены, все уже стоит на месте, поэтому никаких на сегодняшний день опасений о том, что школа не будет введена в тот срок, о котором мы говорим, этих опасений нет. От старой школы здесь, пожалуй, остались только стены, да и те укрепили. Готовность третьего этажа строители оценивают как высокую и обещают покинуть его уже со дня на день. Работа на втором завершатся 15 августа, на первом – 20. Все делается так по последним требованиям Сантина, приточно-вытяжная вентиляция, проводительная. То есть все требования соблюдены. Вопрос еще возникал по мебели. Андрей Ильич, возникал по мебели, исполнить ваше поручение, предусмотрены деньги в бюджете Одинцовского городского округа, и вся мебель будет здесь закуплена новая. Параллельно с внутренней отделкой благоустройства территории 1 сентября порог обновленной Новогородковской школы перешагнут более 400 учеников при проектной мощности свыше 600. А значит, грызть гранит науки им предстоит в более чем комфортных условиях без второй смены. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».